Вопрос, как чувствует себя другой человек в вашем коллективе, для меня очень сложный, потому что мне тяжело оценить. Ну, скажем так, отношения сейчас с нашей командой начались с того, что он спросил, а правда ли, что в России скинхеды бродят по улицам и мочат корейцев? После того, как я ему ответил, что нет, он вроде бы подрасслабился. Честно говоря, для нас не было принципиально взять именно корейского игрока. Ситуация до боли банальна и знакома многим коллективам, которые находились в процессе активного поиска игрока для своей команды. А потом мы наткнулись на анонс Рича в Твиттере, то, что он ищет команду. Мы до этого уже скримили против его коллектива, и он показывал себя очень неплохо. И мы такие, надо бы попробовать. Попробовали Рича, это был его последний день в Турции, буквально следующий день он улетал в Корею. И он нам очень понравился. И, насколько я понимаю, раз он с нами, понравились им. Actually, I didn't want like come Russian League, but I wanted to join M19. So that's why I'm come Russia, and because M19 had good result last year in World Championship. So that's why I choose M19. Actually, I have been China and America and Turkey. So Russia is like my next country for like tour or experience. So it was not problem for me. Рич действительно хорошо, интуитивно и в результате накопившегося у него опыта понимает, что он должен делать, где он должен находиться. И вообще Рич просто хороший игрок, честно говоря. Это может показаться банальным, но истина такова, что по-настоящему хороших игроков действительно не такой большой выбор, чтобы ты мог воротить нос от одного или другого и говорить, ну вот этот хорош, ну вот это как бы лучше. В действительности ты выбираешь наименее плохого. Рич же был хорошим, что являлось просто прорывом. Английская коммуникация — это серьезный барьер в коммуникации команды, но мы справляемся, по крайней мере, я считаю, что мы справляемся. Оказалось, что если мы берем одного игрока из-за рубежа, то логично взять второго. Я всегда это говорил, что у тебя либо ноль иностранцев в команде, и того коммуницировать на русском, либо 20. Все же русские команды на русском буткемпе говорят по-русски. А тут всегда есть человек, с которым ты можешь поговорить, человек, с которым тебе комфортно. Психологический климат в коллективе, мне кажется, несколько недооценен у нас в регионе, и мы постарались сделать все, чтобы обоим нашим игрокам из-за рубежа было комфортно. I feel like home. I mean, the players are very, how do I say, friendly. Even Rich, I thought, because he's Korean and he doesn't, I don't think his culture is like mine. For example, I'm a very open person and I like having fun, so I thought he was gonna be a bit more shy, but he's really nice. I sleep with him as well, so. So yeah, it's very nice. Atmosphere is also very friendly, and we all try our best and work really hard. So I really appreciate that as well. Like surely Turkish league is bigger than Russia, but I like Russian people because they have passion. But like Turkish player just play for fun and doesn't have passion. So I like Russian player and Russian league.